депутат съезда народных депутатов Сергей Иванов, глава комитета 2024, который по... Слушай, я уже только что с Ивановыми, то есть он у нас так это с этой Минобороны, да, начал уже, видишь, у меня даже наушник выпадает из уха. Вот, тем не менее, мы все равно. Не слышу. Прошу прощения за эту накладку. Видите, выпал наушник из уха, вместе с ним упал и полностью весь звук. Итак, Сергей Антонов, депутат съезда народных депутатов и глава комитета 2024 у нас в эфире. И будем обсуждать грядущую инаугурацию Владимира Путина. Сергей, ну у тебя вообще эта неделя была такая, значит, бурная, там, значит, новое уголовное дело, организация террористического сообщества. То есть уже получается, борьба за честные выборы, это приравнивается в Российской Федерации к терроризму. Как ты это вообще объясняешь? За что? Приветствую вас, Илья. Спасибо, да, за приглашение в эфир. Действительно, был объявлен в розыск, действительно появилась информация о возбуждении еще каких-то уголовных дел. Первое дело было возбуждено по факту участия в террористическом сообществе. Из тех сообщений в СМИ, которые я видел, там говорилось как раз про съезд народных депутатов. И можно из этого сделать вывод о том, что написание законов «Новой России», обсуждение каких-то важных тем политических – это сегодня у нас в России терроризм. Ну и, конечно, то, что это дело было возбуждено практически на следующий день после голосования на псевдовыборах, я расцениваю как месть за ту большую работу, которую проделал комитет 2024. Ну, я то вот, Сереж, и... я просто хочу, да. Извини, что тебя перебью, да, то есть, мне кажется, что тут надо правильно разделять, да, значит, написание новых законов – это борьба за свержение государственного строя и экстремизм, а вот за честные выборы – это, безусловно, терроризм. Ну, исходя из тех сообщений, которые я видел, там не разделяют, то есть и написание законов – терроризм, и написание жалоб. И требование соблюдать закон – это тоже терроризм. Сегодня в России, если ты требуешь от власти соблюдения закона, указываешь на нарушение закона, которое необходимо пресечь, то ты террорист. И тебя объявляют в розыск, и наступают все негативные последствия. Кроме того, возбуждено было какое-то дело в Следственном комитете, о котором я ничего пока не знаю, и также... Там есть эпизоды дискредитации российской армии. Ну, моя позиция здесь простая, я ни от кого не прячусь. Всем известно, где я нахожусь. Я даже разговаривал с участковым по этому поводу, который меня разыскивал. И как бы то, что меня объявили в розыск, ну, это как бы такая ритуальная вещь, к которой серьезно относиться нельзя. Мы продолжаем нашу работу. Да, Сереж, вот я хотел в связи с этим задать тебе вопрос. То есть 7 числа уже вот на следующей неделе будет инаугурация Путина. Ну и видно, что у Кремля есть проблемы
со сбором, например, иностранных гостей, то есть они специально назначили там заседание Евразийского совета на следующий день, 8 числа, ну, понятно для чего, да, для того, чтобы, значит, иметь возможность всех привести, и для того, чтобы они как бы имели возможность сказать, что они не на инаугурацию Путина приезжают, а вот, значит, на заседание совета, ну и как бы заодно тоже вот приняли участие в каких-то там торжественных мероприятиях. То есть видно, что, в общем, даже такие ближайшие союзники относятся к этому скептически, а уж там два главных европейских политических центра, и Европейский парламент, и Парламентская ассамблея Совета Европы, они просто-таки приняли официальные заявления о том, что они не признают этих выборов, не признают Путина президентом и так далее. А что вот у тебя с юридическими всеми вещами, с той работой, которую вел комитет 2024, в каком состоянии дела? Вот, да, я хотел продолжить. Вы абсолютно правы, то есть ПАСЕ, Европарламент и другие международные центры, они сформулировали свою точку зрения, да, свою позицию, что Путин нелегитимен, и он не президент. И комитет 2024 ставит перед собой задачу дать россиянам возможность тоже сформулировать свою позицию не в каких-то там эфирах, публикациях или петициях, а в юридических документах, в которых заявить свой протест против этих псевдовыборов и заявить о том, что Путин нелегитимный президент. И поэтому сегодня мы начали подавать жалобы в Комитет по правам человека при ООН на нарушение избирательных прав россиян в связи с этими прошедшими псевдовыборами. То есть мы проделали большую работу за месяц, мы прошли все стадии внутри страны, то есть исчерпали все средства правовой защиты, то есть мы подавали в Верховный суд иск с требованием об отмене результатов выборов, мы прошли апелляцию и подали кассационную жалобу. И сегодня состоялось вот такое событие, мы впервые обратились в международные инстанции с требованием, значит, к тому единственному органу, который сегодня признается Российской Федерацией, это Комитет по правам человека ООН, потребовать от России, во-первых, провести расследование всех изложенных фактов о нарушениях, совершенных в кампании, избирательной кампании Путина, то есть это и использование служебного положения, и нарушение при сборе подписи, когда этим занимались органы государственной власти и органы местного самоуправления, и даже избиркомы. Нарушения, связанные с незаконной агитацией, нарушения, связанные с подкупом избирателей, то есть мы фиксируем... Какие самые главные перспективы у этого? Потому что вот, ну, вот эти действия совершаются, а 7 мая инаугурация. Вот что на данный момент, какие перспективы, что, чего можно добиться будет? Ну, самая главная задача, которую мы перед собой ставим, это организовать массовую подачу жалоб именно в течение вот этой ближайшей недели от россиян. И это будет самым таким ярким действием, которое могут предпринять россияне для того, чтобы показать свое отношение к этой инаугурации. То есть мы должны на международном уровне с помощью не эмоций, а с помощью фактов и документов выразить свой протест против того силового захвата власти, который произошел в России. И вот этот инструмент, который мы предлагаем, он, на наш взгляд, наиболее оптимален и наиболее четко отражает и желания россиян, и ту потребность, которая сегодня есть. А инаугурация 7 мая, которая состоится, она будет означать то, что Путин перестал быть легитимным президентом, легитимно избранным президентом, и переходит в другой статус, в статус диктатора. По поводу того, что сказали Сереж, я просто, у нас сегодня достаточно ограниченная... Время, ряд объективных ограничений есть, но я
полностью согласен с тем, что ты говоришь, и мне кажется, что действительно шаги в эту сторону совершаются. Если твоя деятельность еще приведет к какой-то юридической фиксации этого в судебной плоскости, потому что вот законодательные органы на данный момент двигаются в этом направлении, а вот исполнительная власть ряда стран медлит, да, им явно нужны какие-то судебные решения, и поэтому мы полностью приветствуем работу комитета 2024 и желаем тебе самого большого успеха и, главное, скорее, чтобы это все происходило. Сергей Антонов с нами был в эфире, глава комитета 2024, который сейчас ведет борьбу за признание Путина нелегитимным президентом, а выборы незаконными. Спасибо тебе.